нью-йоркском благотворительном вечере, посвященном борьбе со СПИДом, собирается весь голливудский бомонд. И даже те, кого так давно не было видно. Красавица Ума Турман в алом платье, Дженнифер Лопес в потрясающем синем, нестареющая Хайди Клум в скромном сером. Мы должны делать так, чтобы люди не забывали об этой проблеме. 35 миллионов человек сейчас живет с этой болезнью, и мы должны им помогать. Мы должны быть их надеждой. Мероприятие посещает Андреа Пежич, австралийская модель. В июле 2014 года Пежич совершила каминг-аут как трансгендерная женщина, поэтому теперь следует говорить о модели в женском роде. Я думаю, что селебрити должны принимать участие в такого рода мероприятиях. И они должны быть позитивными, настраивать СПИД-инфицированных на победу. Также на мероприятии засветилась скандалистка Майли Сайрус. И, как это обычно бывает, после ее выхода в свет таблоиды разрывают фотографии. На этот раз на первых полосах небритые подмышки звезды. Натуральность в моде, сейчас говорят.